Его звали Геральт из Ривии. Он был ведьмаком, убийцей чудовищ. Необычный контракт. Снять проклятие с дочери короля. Было достаточно провести ночь возле нее, от заката до рассвета. Если бы только она не была смертоносной тварью, стрыгой. Предатель, наложивший проклятие, стал приманкой.
Ведьмак преуспел, снял проклятие и увенчан славой. Мир изменился с приходом Великой войны, часа меча и топора, часа презрения. Геральт исчез, но он не забыт. Впрочем, это уже совсем другая история.